Добрый день, меня зовут Василий Трунк. По просьбе моего друга Аслана Макоева расскажу вам о появлении легендарной группы «Атлас», которая гремела в те далекие годы, 70-е годы. Значит, я увлекся «Битлз» еще когда мне было 11 лет. Я первый раз услышал песню «Can't Buy Me Love», когда мой отец включил радиостанцию «Свободу», и поздно ночью прозвучала эта песня. Для меня это было настоящее музыкальное потрясение. И мы, такие как и я, в один момент стали битломанами. И музыка в те времена называлась такого направления бит-музыка. Не рок, а бит. Профессионалов среди нас не было и быть не могло. Очень мало людей умели играть на гитаре. Мне было как-то проще, потому что моя мама играла на гитаре и пела русские романсы. Очень неплохо. И она научила меня играть на семиструнке. Вскоре я узнал, что Битлз играют на шестиструнных гитарах. Но я быстро переучился. Такая же молодежь по городу ходила, как и я, влюбленные в Битлз. И мы собирались в скверах, сидели на скамейках, пели песни на голоса. И было такое желание создать свои коллективы. На одной из репетиций в школе номер 5, где я учился, Валера Иватов предложил мне встретиться с Витей Бережным, где мы решили создать первый костяк группы «Атлас». Слева направо Василий Косторнов, ударный, Василий Трындык, бас-гитара, вокал, руководитель ансамбля Виктор Бережнов, соло-гитара, и Валерий Иватов, ритм-гитара, вокал. Так образовался первый коллектив «Атлас». «Атлас» появился название не сразу. Сперва мы назвали группу 4В, исходя из инициалов первых наших имен. Позже я предложил назвать группу «Атлас», что позволяло нам расширить наш репертуар и включить иностранные песни. Образом подбирали песни, снимая на слух английский, который не знал ни я, ни мои друзья. Мы переписывали русскими буквами слова, прослушивая многократно записи и подбирая таким же образом аккорды на слух. В то время такой язык назывался фарсидский, потому что он не был похож ни на один язык мира. Тексты подбирались на слух. Это Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Creedence. И в репертуар мы подбирали песни таких ансамблей, популярные, как «Поющие гитары», «Голубые гитары», песни на русском языке наших советских композиторов. Нам необходим был постоянный юридический адрес. И он появился, когда Витя Бережнов устроился на работу за клубом на завод высоковольтной аппаратуры в городе Нальчике. И у нас появилась своя ударная установка, усилители кинопроекционные, колонки. Вот. Играли мы на самодельных гитарах Вити Бережнова. Бас-гитару он сделал реплику Хофнера, гитары, на которой играл Пол Маккартни. По заявке Вити нам пришел орган Йоника, и на этом инструменте играл Петр Тимиркава. Также добавился к нашему коллективу и Володя Шкагошев. Мы пошили в ателье рубашки, белые брюки для официальных торжественных выступлений. И мы имели огромный успех на школьных дискотеках и в концертных залах республики. Также принимали участие в телевизионной передаче Нальчика «Алло, мы ищем талант». Мы исполняли свои песни и импровизационные композиции. В
Пожалуй, это было самое крутое. Очень много поклонников приходили послушать именно наши импровизации. Нам это давало возможность раскрыть свои возможности моего вокала и игры, виртуозности игры Вити Бережного. На одном из концертов перерыве за кулисы вошел преподаватель университета английского факультета и недоуменно спросил: «Слышу хорошую музыку. И вроде правильную музыку языка, но понять текст не могу». Когда я объяснил, что это фарсистский язык, мы все долго смеялись. Вы поймите, нам было по 17-18 лет. И для нас важнее денег было внимание публики девочек. И мы просто лобали в кайф, как говорили в те времена. Прошли годы обучения в школе номер 5. И я закончил параллельно художественную школу. И поступил в Ленинградское Демидовское художественное училище. Потом был призван в армию, как и мои друзья. Трагически преждевременно скончался наш друг Василий Костромов. И группа распалась. А наш «Атлас» ушел в историю, после чего появился в городе новый, не менее известный «Виа Аэроплан», который состоял из моих хороших друзей и талантливых музыкантов. Но это уже другая история. Радует то, что история «Атлас» продолжает жить в памяти музыкантов и всех тех наших фанатов, которые следовали за нами от одной к другой музыкальной площадки. Запомним имена, многоговорящие любому маломальски знакомому с рок-музыкой истории. Мальчика. Виктор Бережный, Петр Темирканов, Василий Трындык, Аслан Макоев, Николай Антонов, Анатолий Нечаев, Владимир Шкагошев, Анатолий Рахаев, Владимир Тарасов, Александр Нефер и ушедших из жизни моих друзей Аслан Улигов, Сергей Андреев, Василий Хасланов. Все мои друзья добились жизни весомых успехов. И музыка была нам только опорой. Я же стал членом Союза художников России. Живу и работаю в Питере и Голландии. С моим творчеством вы можете ознакомиться внизу бегущей строки через сайт. Наша республика богата талантами. Знайте, что самые великие достижения созданы людьми из периферии. Дерзайте!